Добрый день, дамы и господа, добро пожаловать на футбол. Воскресенье, вроде как, плюс-минус нормальная погодка в столичном регионе и в столице нашей родины. Добро пожаловать на матч третьего тура второй лиги, группа 2Б. Мы с вами на стадионе «Спартаковец», близ метро «Преображенская площадь». Местная родина «М» принимает гостей из Твери. Ну, я думаю, что в нужный момент включится. «Стандарт» первый заработала в Твери. Ну и какие-то претензии своим партнерам он предъявляет. Ну, довольно затейливый розыгрыш. И на острие атаки... Ой-ой-ой, мяч в ворота влетает! Мяч в ворота влетает, но гол засчитан не будет. Поднят вверх флажок арбитра. Положение вне игры было зафиксировано. Досталось голкиперу Твери. Остался мяч в поле. Родина. Удар по воротам. Еще один голевой момент. Здесь здорово игрок Родины. А именно 23-й номер. Там тоже футболисты Родины справились. Магомедов из-за предела штрафной площади. Но вот это уже по-настоящему опасно. Да, близок к успеху был Муталиб. А все-таки хотелось бы, наверное, пожелать чуть больше конкретики. Ну вот, например, вот такой конкретики, вот такого удара и вот такого спасения. Развернулся и пробил по воротам Зияисов, 21 номер. И все уже вроде бы был отыгран. Максим Швагерев, Зияисов все правильно делал. Вот такой момент. Это выход один на один. В итоге получается у Твери удар по воротам. И спасает свою команду Швагерев. Герой эпизода, самого последнего эпизода в этом матче. Давайте посмотрим, как это было. Нужно было просто попасть в створ ворот. Швагерев спасает свою команду на последних секундах. И у нас итог 0-0. Родина М, Тверь, третий тур второй лиги, группа 2Б.